господа! Приветствуем вас в новом, грандиозном проекте телеканала «Россия Культура» «Большой джаз». Встречайте, Алла Сигалова и Вадим Эллен Крик. Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем большой финал «Большого джаза». Открыл нашу программу «Танец in the mood» на музыку Глена Миллера в постановке хореографа Аллы Сигаловой. Я благодарю артистов балета. Спасибо. Сердце практически бьется синкопами. Всего через полтора часа мы узнаем имя победителя проекта «Большой джаз». Конечно же, сейчас очень волнуются наши участники. Не волнуются только музыканты из Нью-Орлеанского оркестра. Леди и джентльмены, лауреат премии Billboard и Грэмми Ирвин Мэйфилд и его Нью-Орлеанский Биг Бэнд. Ирвин, скажи, как по-твоему, готовы наши финалисты к решающему туру «Большого джаза»? Я думаю, все участники сегодня во всеоружии. И, полагаю, нас ждет захватывающее шоу. Оценивать боеготовность трех наших финалистов будет сегодня жюри в следующем составе. Зав джазовым арсеналом народный артист России Алексей Козлов. Самый лояльный начальник заставы на границе классики и джаза – Ольга Ростропович. Наш резидент в джазовых кругах Америки – Николай Левиновский. И главнокомандующий операцией «Большой джаз» – Давид Голощекин. Все-таки я бы не акцентировала тему сражения. Большой джаз прежде всего праздник. У нас финал, причем необычный. Финал, гала, концерт. Все наши судьи – действующие исполнители. И за время конкурса они неоднократно порывались выйти, показать как надо или поджимовать. Сегодня они наконец-то поднимутся на сцену и сыграют свои любимые вещи вместе с конкурсантами. Дамы и господа, отключите мобильные телефоны, приготовьте глаза и уши. В эфире «Большой джаз». Финальный сэшн.
Знаменитый джазовый стандарт Дюка Эллингтона «Караван» открывал наш конкурс. Символично, что он открыл и финальную его часть. Эта композиция могла бы стать лейтмотивом нашего проекта. За 6 туров участники проделали непростой путь по разным стилям и эпохам джаза. А в рамках финала мы встретимся с великими джазменами прошлого, настоящего и будущего. Алла, вы когда-нибудь слышали о великой баскетбольной команде «Гарлем Глобтроттерс»? Гарлемские путешественники. Нет. Сказать честно, я тоже. И, возможно, никогда бы не услышал, если бы не джазовый стандарт «Свит Джорджа Браун», который является гимном этой команды. Этот стандарт я прекрасно помню. Он впервые звучал у нас в день знакомства с участниками. Очень вероятно, что он звучал в Москве значительно раньше. В 1959 году гарлемские путешественники приезжали в Москву и потрясли советских зрителей театрализированным шоу и набором фантастических трюков. Участники и гости «Большого джаза» тоже демонстрировали невероятные трюки. Макар Новиков практически жонглировал контрабасом, держал контрабас на вытянутой руке, а трубач Нью-Орлеанского оркестра Барни Флойд играл на 2 трубах сразу. Финалисты «Большого джаза» Егор Крюковских и Максим Шибин и Дмитрий Мосьман тоже наверняка припасли несколько джазовых фокусов. Но прежде чем каждый из них покажет индивидуальное мастерство, им предстоит выступить командой. Барабанная дробь. Первый номер финала. Джем-сэшн 3 претендентов на звание победителя проекта «Большой джаз». Бен Берни, Мэйсио Пинкерт, Свит Джорджа Браун. Thank you.
Как шутил после одной из джазовых битв трубач Мэтт Кэрри, если вам не удалось переиграть другого на своем инструменте, вы всегда могли хорошенько стукнуть им своего соперника. Я ни в коем случае не буду спрашивать, кого бы вам хотелось стукнуть из своих соперников, но какие эмоции у вас были при игре в этом трио, трио финалистов «Большого джаза»? Я могу сказать, что у меня были самые фантастические эмоции, которые только можно представить. То есть за весь проект вот сейчас вот самый такой волнительный момент и самый интригующий. И также мне невероятно приятно было музицировать в этом трио и с оркестром Эрвина. Фантастически. Спасибо, Дима. Егор, неужели вы ничего не скажете мне? Вы сегодня потрясающе выглядите. Спасибо, Егор. Я этого ждала от вас все эти недели. Максим, я знаю, что ты говоришь комплименты только своей жене, но ты можешь сказать, что я сегодня потрясающе выгляжу, я не обижусь. Это недалеко от истины. Ирвин, ты наблюдал за нашими финалистами, за нашими участниками от первого дня до сегодняшнего, до финала. Как они развивались и развивались ли? В течение последних недель, пока мы вместе работали над этим шоу, я наблюдал несомненный устойчивый прогресс. Мы начинали, будучи незнакомы друг с другом, а теперь мы стали настоящей семьей. Спасибо вам большое от имени всего оркестра. Я хотел бы задать тот же самый вопрос Алексею Козлову. Вы были на самом первом большом джазе. Сейчас вы пришли на наш финал. Скажите, вы ожидали увидеть именно этих трех финалистов? Или все-таки думали, что будет кто-то еще? Нет, вы знаете, для меня это было сюрпризом. Просто вот то, что они... Я ничего не ожидал. И сейчас вот я вижу трех мастеров своего дела. Спасибо. Николай Яковлевич, ваше впечатление от выступления наших финалистов, пожалуйста. Впечатление самое благоприятное. Я вижу трех молодых музыкантов, которые каждый в своей области владеют практически всем арсеналом джазового словаря, как мы это принято говорим, jazz vocabulary. Все знают. Дима Мостин, 29 лет ему, молодой человек. Он играет весь джазовый словарь. Слышно, что он основательно изучил Сонни Роллинса, Декстера Гордона, Джона Колтрейна и даже современных музыкантов, таких как Вэн Шортер и Майкл Брейкер. Для молодого музыканта это потрясающая энциклопедическая образованность в области джазового саксофона. Тоже могу сказать о великолепном гитаристе. Он мне напомнил своей игрой сегодня незабвенного Вес Монтгомери, который играл потрясающие линии, свободно, непринужденно проходил по всем гармониям, при этом создавал великолепное поле напряжения. Всегда был четко, у него ни одной фальшивой ноты. Наконец-то у нас, прошу прощения, в России появились гитаристы такого уровня. И, наконец, наш финалист на ударных инструментах поражает меня фантастически точной игрой, ритмически определенной, досконально. Он никуда не выпадает из тайма, у него тайм великолепный. Он играет, как будто он играет не на ударных, а на рояле. Это потрясающее качество для ударника. Коля, я хотел бы немножко добавить, вот игра гитариста напомнила мне талантливейшего нашего гитариста Николая Громина. Он первым начал играть вот так вот, и я вдруг увидел продолжателя громинской идеи. Ты абсолютно прав, Алексей Семенович. Я извиняюсь, что я Коля Громина не упомянул. Это был наш пионер в таком стиле игры на гитаре. Да, да. Да, и сегодня молодой музыкант, спустя много лет, повторяет это и приносит это на еще более высокий уровень. Ольга, я сейчас открою нашу с вами маленькую тайну.
Дело в том, что в гримерке Оля мне призналась, что она стесняется при таких метрах джаза, который давит на нее своим авторитетом, стесняется высказать свое мнение, то, что она действительно думает. Потом она поделилась этим мнением со мной, и я понял, что такого мнения стесняться ни в коем случае нельзя. Поэтому говорите все, что вы думаете. Боже мой. Я мой, Вадим, вы меня так смутили, Я просто, я хочу сказать огромное спасибо вообще за этот проект, большое спасибо, что вы пригласили на этот проект, потому что просто находиться здесь, слушать таких замечательных, блестящих музыкантов, слушать высказывания вот таких мэтров, я настолько много учусь, и большое-большое вам спасибо. И вам тоже, Давид Семенович, к вам это тоже относится. Вот. А то, что касается ребят, как они сегодня играли, вы знаете, такое замечательное выступление, они просто получали втроем, я думаю, что может потому, что последний день, может потому, что уже весь стресс как-то более-менее все-таки мостовит, как говорится, остается позади. И Максим, я сегодня первый раз увидела вас с улыбкой, вы знаете, вам это очень идет. Спасибо. Странно, правда? Улыбайтесь, Максим. Давид Семенович, у вас уже определен победитель, или еще вам надо послушать соло? Ну, как же мне может быть определен победитель, когда надо будет еще соло, конечно, обязательно. Вот я всегда знал и был уверен, и болел за них, что это три потрясающих музыканта, которых я хорошо знаю, кстати. И они еще раз убедили меня в том, что я не зря их любил всегда и ценил. Потом еще хотел бы заметить одно. Меня часто спрашивают журналисты, иногда публика, любители джаза. А скажите, вот наши вот русские музыканты, они вот отличаются от американских музыкантов? Есть такой комплекс в России, существует. Конечно, родина джаза подарила большое количество потрясающих музыкантов в Америке. Но в России считалось, что это не так. Вот вам пример, вы только что сейчас слушали. Потрясающий американский бэнд и потрясающие солисты, которые ни в чем не уступали по уровню музыки. Вот все, что я могу сказать. Давид Семенович, скажите, пожалуйста, а по каким критериям вы будете судить трех музыкантов, которые играют на совершенно разных музыкальных инструментах? Критерий сложный вопрос, безусловный. Вы знаете, я мог бы тоже стать, к ним вряд ли был бы четвертым. И точно так же был бы озадачен, если бы мне пришлось участвовать в конкурсе. Это зависит от того, что им предстоит сыграть и как они с этим справятся. Только одно. То есть от этого соло, которое сейчас будет исполнять каждый из этих музыкантов, зависит имя того, кто будет победителем. Ну, это все мы определим, все члены жюри. Тут, понимаете, не только мое мнение, потому что такие потрясающие музыканты. Ну, что вы, ну, все трое победители, понимаете? Но именно, понимаете, все-таки величина джазового музыканта зависит не только от того, как он умеет импровизировать, насколько он технически оснащен, насколько он владеет виртуозно своим инструментом, насколько он глубоко понимает то, что он играет. Именно за этим мы и будем следить. Спасибо. Ну что же, тогда тем более волнующий момент сейчас настает. Скоро каждый из вас выйдет со своим соло, а в конце программы жюри объявит свое решение. Кто же из вас станет победителем проекта «Большой джаз»? Идите, готовьтесь. Спасибо, Дима, спасибо, Егор, спасибо, Максим. В песне Route 66 Траста 66 поется: «Если ты выбрал долгий и трудный путь с запада на восток, через 8 штатов и 2000 миль, просто кайфуй в дороге». Подождите, Вадим, стоп. Но мы все-таки на телеканале «Культура». У нас хоть и праздник, но все-таки слово «кайф» надо заменить на слово «блаженствуй», «испытывай удовольствие». Ну вот так. Алла, конечно, вести эфир с вами – это не кайф, это блаженство. Ну и вообще, для зрителей канала «Культура» – блаженство видеть вас и слушать наших вокалисток. Итак, в джазе только девушки. Асет Самараилова, Карина Кожевникова, Дарья Соколова и Алина Ростоцкая из Москвы, Светлана Маринченко из Петербурга и Александр Могилевич из Ярославля отправляются сейчас по трассе 66 из Чикаго в Лос-Анджелес. И знаете, Алла, это очень символично. А в чем символика? А я вам сейчас объясню. Москва является побратимом Чикаго. Так. Санкт-Петербург побратим Лос-Анджелеса. Так. Ну а Ярославль-то? А в Ярославле, Алла, 66 почтовых отделений.
Что ж, поклонники Александра Могилевич теперь знают, куда писать письма. Хотя неизвестно, где завтра окажется Александра. Трасса неожиданно свернула в Новый Орлеан. И к нашим конкурсанткам присоединились вокалистки Кармен и Стейси, тромбонистка Эмили из оркестра Ирвина Мейфилда. Бобби Трауб, Route 66. Now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Now you come through St. Louis, Chicago, Missouri, and Oklahoma City, the mostly pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flags of Arizona, don't forget Winona, Kingman, Buster, South Bend, and even what you get to design in the tip of the better to that when you take that California trip. Get your kicks on Route 66.
Пусть все будет хорошо. Название этой песни звучит как пожелание финалистам, участникам и всем телезрителям. Вадим просил меня передать, что это выступление – его личное посвящение любимому члену жюри – Ольге Ростропович. Я потрясена. Большое спасибо огромное. Нет слов, я не знаю, что сказать. Спасибо. Спасибо. Посидите со мной еще немножечко. Трубуну идите положите. Современники Армстронга вспоминают, что он носил старомодную куртку из хромовой кожи. Но когда он начинал играть, эта куртка казалась последним криком моды.
Популярность Луи Армстронга была так велика, что у него появились сотни подражателей. Однажды журналист спросил Армстронга, как он относится к этим подражателям. Обычно улыбчивый Луи не пожалел самых крепких эпитетов. Но успокоившись, он сказал крылатую фразу. Куча художников копировали Мону Лизу, но люди до сих пор стоят в очереди, чтобы посмотреть на оригинал. Но сегодня специально для гала-концерта Виталий Киселев, Николай Затолочный, Григорий Паламарчук, Егор Крюковских и Эльдар Цаликов перенесут нас в 1928 год и рискнут предстать в образе легендарной горячей пятерки. Спенсер Вильямс, Basin Street Blues. We'll be right back.
Джазовый стандарт «How High the Moon», «Как высоко луна» впервые был исполнен на Бродвее в спектакле «Two for the Show». Однако песня, прозвучавшая в ритме медленного фокстрота, явно не вписывалась в юмористическую программу. По сюжету, под музыку «How High the Moon» люди в вечерних костюмах гуляли по улицам Лондона, изображая англичан. Неожиданно они посмотрели на небо и съежились от ужаса. В 1940 году «Чистое небо при высокой луне» предвещало жителям Лондона очередной налет нацистской авиации. В середине 40-х на смену свингу пришла эпоха бибопа, и «How High the Moon» обрела совершенно другую окраску. Быстрый темп, виртуозные импровизации Дизи Гиллеспи с его изогнутой трубой и Элла Фицджеральд с ее тремя октавами. Кажется, виртуоз Дмитрий Мосьпан демонстрировал в этом проекте уже все, начиная от полета шмеля до проникновенных соло. Один из членов жюри назвал его жемчужиной. Но чтобы стать главным бриллиантом большого джаза, сегодня придется показать ему какую-то новую грань. Морган Льюис, «How High the Moon».
Первин, я смотрю, у нас вечер полный сюрпризов, потому что я вижу за роялем в твоем биг-бенде Алексея Чернакова, а пианист Стив сидит за барабанами. Это просто потрясающе. Как так получилось? Во-первых, я должен вам сообщить, что Стивен не только великолепный пианист и ударник, но и прекрасный аранжировщик. Именно он аранжировал эту композицию «How High the Moon». Браво! А мне еще говорили, что он играет на контрабасе, и я даже один раз видел, может быть, извини, Стив, если я тебя выдам, что когда, Ирвин, ты уходил, он играл на твоей трубе. Oh, really? А, вот как? Не знал, что Стивен играл на моей трубе. Стивен, ты уволен. Ирвин, скажи, пожалуйста, ты полагал, что Дмитрий пройдет в финал? Дмитрий — джазовая суперзвезда. Thank you. Ольга, перед тем, как я спрошу вас, что вы думаете о Дмитрии, я хочу вам рассказать одну маленькую историю. Однажды к Дюку Эллингтону подошли журналисты и постоянно спрашивали, вы играете джаз, и вдруг он сказал, стоп, я не играю джаз, я играю музыку 20 века. Поэтому вы, как музыкант, можете оценивать Дмитрия не как джазового музыканта, а как музыканта вообще. Тем более я понимаю, что он один из ваших самых любимых музыкантов на этом проекте. Ну, мне вообще очень нравится игра Дмитрия, потому что мне каждый раз, когда он играет, он рассказывает какую-то историю, которая мне понятна. Мне нравится ваш звук, мне нравится ваша смелость, ваша интерпретация, мне нравится, как вы работаете вместе с оркестром. И что тут говорить, вы просто законченный артист. Спасибо. Спасибо большое. Николай Яковлевич, как вы оцениваете соло финальное Дмитрия? Дмитрий в очередной раз мне демонстрирует высший пилотаж владения не только саксофоном, как его инструментом, а владение джазовой музыкой как субстанцией. Потому что это особая наука, так же как медицина, астрономия, химия. Джаз надо выучить, изучить. Авантюра здесь не проходит. Дмитрий абсолютно законченный, зрелый профессионал, чему надо аплодировать от всей души. Спасибо. Алексей, как саксофонист саксофонисту? Ну, я буду краток и не хочу повторяться, но для меня это уже законченный профессионал, причем высокого международного уровня. Спасибо. Давид Семенович, пожалуйста, ваше слово, как всегда, самое веское. Конечно, я присоединяюсь целиком к моим коллегам, которые только что выразили восторг по поводу игры, и Ирвин тоже оценил его таким же образом, и я тоже не могу другого ничего сказать. Но что будем делать с остальными? Те ведь тоже такие. Ты потрясающий, Дима. Спасибо большое. Девочка, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете вот сейчас в финале нашего такого большого, грандиозного проекта? После стольких слов, комплиментов, таких теплых слов в мой адрес, я чувствую только блаженство. Тире. Спасибо, спасибо, Дмитрий, спасибо. Большое спасибо. Спасибо, дорогой. Скоро увидимся на этой сцене. Эта вещь не имеет смысла, если в ней нет свинга. Название песни стало девизом эпохи свинга. А благодаря Давиду Голощекину и девизом нашей программы. Победитель большого джаза станет известен совсем скоро. А в 1935 году королем свинга был безоговорочно признан Бенни Гудман. Единственным, кто отнесся к его коронации с неудовольствием, оказался Пол Уайтмен, которого незадолго до этого нарекли королем джаза. Пол искренне недоумевал, как при живом короле всего джаза можно провозглашать кого-то королем отдельного стиля. Вот такие простые ребята, джазмены. Очень приятно, король. Сегодня короли и претенденты на престол объединятся в едином порыве. Игорь Бутман, Николай Левиновский, Николай Затолочный, Давид Сагомонянц и Ирвин Мейфилд. Дюк Эллингтон и «Don't Mean a Thing». Thing.
сейчас еще один сюрприз. Если Виталий Киселев и компания дерзко бросили вызов горячей пятерке, то следующие участники унесут нас в 50-е и предстанут в образе холодной четверки. Официально такого названия у знаменитого квартета Брубика не было, но как еще назовешь самых видных представителей кол-джаза? Впрочем, квартета могло и не быть. В середине 40-х два великих музыканта, Дезмонд и Брубек, насмерть рассорились. Спустя 6 лет Дезмонд услышал трио Брубека по радио и был так впечатлен, что прилетел мириться. Брубек, к тому времени отец троих детей, не желал видеть бывшего друга, но жена Дэйва была дальновидней мужа и впустила Дезмонда в дом. За возможность играть с Брубеком Дезмонд пообещал быть нянькой его детям. И сдержал слово. Все детство сыновья Брубека считали его родным дядей, а младшему Дезмонд завещал свой саксофон. Не знаю, будут ли дети Алексея Чернакова называть Эльдара Цаликова дядей, и завещает ли Николай Затолочный свой контрабас внукам Егора Крюковских, но точно знаю, сейчас прозвучит «Take Five». «Дай пять».
Говорят, если внимательно слушать импровизацию джазмена, то можно угадать, что он ел за обедом. Алла, видимо, я не настолько глубоко знаю и понимаю джаз. Но вообще те, кому довелось слушать Дюка Эллингтона, могли бы отгадать целый кроссворд. О гигантском аппетите Дюка ходили легенды. Дюк пытался бороться с обжорством и однажды даже сел на диету из пророщенной пшеницы и чая. Правда, продержался всего один день. Увидев в тарелке тромбониста стейк, он заказал себе два, а к нему порцию жареной картошки, миску салата, огромного омара, полдюжины блинов, пирог, кофе и десерт. Надо отдать должное чувству юмора Эллингтона. После этого он честно съел пшеницу и запил ее чаем. Впрочем, по импровизации в джазе можно понять скорее душевное состояние музыканта. Мы, конечно, можем попробовать догадаться, какое чувство сейчас преобладает в душе Егора Крюковских. Жажда победы или мечта поскорее выступить и съесть бутерброд. Но я почти уверена, это точно не волнение. Дюк Эллингтон, Дон Джордж, I beginning to see the light. Я начинаю видеть свет. Оркестр во время исполнения Егора своего соло. Мы просто слушали его игру. Сегодня нам гораздо труднее, чем неделю назад. Мы хотели убедиться, что Егор держит правильный ритм, потому что сейчас уже нет права на ошибку. Сегодня мы постоянно испытывали Егора, и он должен был быстро реагировать. Я посоветовался с оркестром, и они согласны со мной. Егор прекрасно справился с нашими провокациями. Отлично! Вы были потрясающим дуэтом с Егором. Егор, как вам игралось с Ирвином? Просто замечательно.
когда я играю, меня всегда переполняет радость от игры. Поэтому, да, это была радость. Здорово. Спасибо. Скажите, Ольга, на прошлой программе неделю назад Александр Филипенко говорил, что каждый джазовый музыкант в конце своего соло должен, дальше он сделал такой потрясающий жест, должен вкрутить лампочку. Егору сегодня удалось вкрутить свою лампочку. Вот, вы знаете, как раз об этом я хотела ему сказать, потому что мне показалось, что он мог бы ее вкрутить, но он ее не до конца вкрутил. А мне кажется, потому что он был слишком занят тем, что он смотрел в ноты. Вот мой вопрос, вы должны были смотреть в ноты? Что вы настолько талантливы, что неужели вам это действительно было нужно? Они только для подстраховки. Да, но вы тогда, получается, играете для бумаги, для вот этого, а не для нас. Я это чувствовала. Алексей, а у вас какие ощущения? Знаете, я вот слушал и думал, что в российском джазе с самого начала, с послевоенных времен, была страшная проблема. Не было ритмичных барабанщиков, которые могли бы держать темп от начала до конца. Либо загоняли, либо замедляли. И вот сегодня... Либо просто сбивались. Нет, ну даже мастера не могли держать. И вот сейчас я посмотрел, что уже эта проблема отсутствует в современном российском джазе в лице вот таких мастеров, которые держат ритм, вообще метроном включи и все. Благодарю. А что касается вот действительно то, что Ольга заметила, зачем-то он играет по нотам, я вообще не очень понимаю, что там играет по нотам, потому что, в общем, ничего тут сложного нету. Вот в данном случае выглядело немножко таким сковывающим моментом, действительно, отвлекать. Но мне очень понравился такой эпизод, когда он играл соло с щетками. Мало кто умеет играть с щетками вообще. Тебе понравилось? Понравилось, да. Конечно. Нет, он мастерски овладел... Этим таким вроде бы тихим, не сольным вот этими инструментами. И это делает честь вот нашему сегодняшнему конкурсанту. Спасибо. Николай Яковлевич, я знаю, что вас трудно удивить даже очень хорошим барабанщиком. Вы переиграли, по-моему, с массой прекрасных музыкантов, в том числе, кстати, российских. Что вы скажете про Егора? Мне очень приятно сказать про Егора Крюковских то, что он не просто играет на ударных, он играет музыку, как пианист играл бы на рояле, то есть учитывая гармонию, форму, структуру. Сейчас в этой пьесе он продемонстрировал, что он мелодический музыкант. Он на ударных играет мелодию, тему. Он великолепно динамизирует ее, очень умело и мудро построил свое соло, начав его со щеточек, потом подхватив палочки. Это было... очень впечатляюще именно с точки зрения музыкальной. Я соглашусь с Ольгой и с Алексеем Семеновичем, что особенно в ноты, так сказать, уткнуться глазами, здесь нет никакой необходимости. Оркестровка простая, и, так сказать, ее, так сказать, в общем-то, можно выучить наизусть сходу. Таким образом, ты немножко обедняешь свой визуальный ряд как артиста, как перформера. Мы на тебя смотрим, мы наслаждаемся твоей игрой, и мы хотим видеть твой кураж, твою подачу, как ты это все преподносишь публике. Учти это на будущее. А так вообще блестящее исполнение. Благодарю. Давид Семенович, у вас какие ощущения от этого соло? У меня ощущения не только от этого соло, а от того, что сказал мой коллега Левиновский. Очень странно слышать подобные вещи от потрясающего аранжировщика, который понимает, что... ударные инструменты должны точно играть тут и все акценты вместе с оркестром. И это можно делать только по нотам. Извините, Ольга, тоже. Не всегда. Не всегда. Потому что это, наверное, не надо спорить. Позвольте мне применить мой 40-летний опыт. Не надо, не поспорю. Ты сказал свое слово, я говорю я. Дело в том, что, скажи, пожалуйста, Егор, когда ты увидел впервые эту аранжировку? Признайся честно, и тогда я сдамся. Вчера. Только всего лишь вчера. Сколько раз ты ее сыграл с оркестром? 1-2 раза. Два раза. Я вполне достаточно. Я не считаю себя бездарным человеком, но я за два раза не мог бы не выучить эти акценты. А это очень важная часть. Играть вместе с бэндом те акценты, и поэтому это можно делать практически по нотам. Никакого я не вижу здесь изъяна. Он блестяще сыграл, продемонстрировал технику, музыкальность и дисциплину нотную. Благодарю. Егор, а я вот видела, что вы как бы пропеваете свою партию на барабанах, да?
А как вы это делаете? Можете голосом. Ну, покажите. Ну? Ну что, такой стеснительный? Как на барабанах я гремит? Я думаю, так... что это не совсем важно. Это очень важно. Это очень интересно. Я могу спеть некоторые. Можно даже... Давайте. Спасибо большое. Давайте. One, two, one, two. Спасибо, Егор. Благодарю. Встретимся позже. Спасибо. Романс «Эти черные» вполне можно считать джазовым стандартом. Алла, вы меня пугаете. Я сама испугана, Вадим. Но по количеству исполнений и вариаций он точно может встать в ряд с лучшими джазовыми образцами. Федор Шаляпин, например, желая произвести впечатление на будущую жену, изменил не только мелодию, но и добавил к тексту несколько своих куплетов. В одной из первых программ мы рассказывали, что Кармен, солистка Новоорлеанского оркестра, начала учить русский язык. А специально для гала-концерта она подготовила свою версию знаменитого романса, премьера в большом джазе и на канале «Культура». «Кармен. Очи черные». Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Очи черные, жгучи пламенные, и манят они в дальние страны, где царит любовь, где царит покой, и страдания нет, где вражды запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь улыбающись. Вы изгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекраснее. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать убил вас, я в ненапричу.
Дюк Эллингтон работал по контракту в Филадельфии, когда гангстеры из Cotton Club решили, что Дюк нужнее в Нью-Йорке. Они послали в Филадельфию человека с оттопыренными карманами и парой кольтов. Через несколько дней в Нью-Йорке состоялась фантастическая премьера оркестра Дюка Эллингтона. Надеюсь, Давид Семенович подтвердит, что согласился участвовать в проекте телеканала «Культура. Большой джаз» абсолютно добровольно. Причем популярность Голощекина в Ленинграде была даже выше эллингтоновской. Если за Дюком ходили толпы фанатов, то Голощекина всегда окружали фанатки. И самым умным, и самым красивым из них он разрешал носить свой контрабас. Ну, а это правда, конечно, так было. Да. Так было? Да, было, потому что мне надоело таскать этот громоздкий инструмент. В такси не брали, в трамвай тоже не пускали. Приходилось далеко и долго идти с контрабасом в руках. И я всегда находил каких-нибудь фанаток таких, действительно, в основном это были девушки. Симпатичнее. Да, вот потом я стал уже выбирать наиболее симпатичных. Поначалу мне было все равно, лишь бы несли контрабас, а потом я понял, что я могу пользоваться этим. И звонил девушке: так, ты хочешь пойти в то место, где мы будем играть, а там были танцы? Да-да, хочу. Я выбирал двух, они приходили ко мне домой, забирали контрабас, я важно шел сзади, они несли впереди этот инструмент, и их бесплатно пропускали туда, где я играл. Давид Семенович, пожалуйста. Дюк Эллингтон, Cotton Tail.
Давид Семенович, я просто вами восхищаюсь. А я вами. А я хоть и не стала бы носить ваш инструмент, но все-таки тоже восхищаюсь. Спасибо. Новые стили в джазе иногда возникали просто в результате встречи нескольких талантливых джазменов. Однажды в Бразилии в начале 60-х встретились гитарист Чарли Берт и саксофонист Стэн Гетц. Как вспоминал потом Гетц, мы просто записали симпатичную музыку с хорошими парнями, но их пластинка «Джаз-самба» сделала стиль боссанова популярным на весь мир. А песня «Дозафинада» стала гимном этого стиля. Ее название переводится как «фальшиво» или «мимо нот». Считается, что это пародия на певцов-недоучек из баров, которые не попадали ни в тональность, ни в ритм, но делали вид, что так и надо, это стиль такой. Я уверена, что наши музыканты во главе со Стэном Гетцем, Денисом Швытовым и Чарльзом Бёрдом, Ильей Зыряновым попадут в ноты и унесут нас в город мечты Рио-де-Жанейро, в котором, как уверял Остап Бендер, всегда светит солнце, и все поголовно ходят в белых штанах. Ну, простите. Денис Швытов, Илья Зырянов, Давид Сагомонянц и Николай Затолочный и Александр Могилевич. Антонио Карлос Жабим, «Дозафинада». Thank you.
Песня Шелдона Брукса «Some of these days» была написана в самом начале 20 века и по хронологии должна стоять в начале концерта. Но она пережила все только что прозвучавшие джазовые стили. Причем в оригинальном исполнении. В 1910 году Шелдон Брукс познакомился с Софи Такер и преподнес эту песню ей. Первый раз Софи феерично исполнила ее в тот же вечер и продолжила исполнять Алла следующие 55 лет. Песня так много значила для Софи, что она завещала исполнить ее на похоронах. Стоп. Нам пока рано писать завещание. Возможно, для Максима Шибина с этой композицией как раз начнется новая жизнь. Пожелаем ему исполнить ее так же феерично, как Софи Такер. Шелдон Брукс, «Some of these days». Thank you.
Скажи, пожалуйста, а вы с музыкантами обсуждали, кто выйдет в финал программы конкурса «Большой джаз»? Может быть, вы делали ставки? Деньги ставили, например, тоже вариант. Должен сказать, что никто из музыкантов со мной это не обсуждал. Вы же не говорили со мной об этом. Наверное, они боятся, что наши мнения не совпадут. Но, конечно, только жюри может принять решение по этому вопросу. Тогда мы спросим у нашего высокочтимого жюри, какие ощущения от соло Максима. Ольга, пожалуйста. Максим, вы замечательно играете, вы блестяще владеете инструментом, но ведь еще существует такая вещь, как интерпретация, правильно? Вот, и это должны знать не только вы, то есть вы должны дать понять нам. Вот, то, что вы играли сегодня, это не было ощущение, что вы играете для Софи, так, для любимой женщины, которая должна потенциально потерять от вас голову и не спать. У меня было ощущение, что вы играете для учительницы по вышиванию крестиком. Я не знаю, что-то такое, что вам как-то мало интересно. Поэтому вот как-то так. Почему? А я знаю, почему. Потому что любимая женщина у вас уже давно в кармане, она в телефоне, поэтому вам не нужно конечно, с ней играть. Конечно. Поэтому. Николай Яковлевич, ваше сердце покорить не так просто, поэтому скажите, что вы думаете про игру Максима Шибина? Прежде чем перейти к обсуждению Максима, я хотел бы сказать пару теплых слов об артистах оркестра. В частности, о прекрасном кларнетисте, который играл тему. А теперь вернемся к нашему конкурсанту. Я не буду сейчас говорить о сердечных моментах исполнения нашего великолепного гитариста. Я сейчас остановлюсь на технических, профессиональных моментах. Меня, так сказать, очень подкупает абсолютное владение стилем этого музыканта. В этой вот пьесе он точно выбрал, так сказать, тактику и стратегию построения своего номера. Когда от него требовался аккомпанемент, он великолепно играл доли такта простыми аккордами. Абсолютно совпадая с партитурой оркестра, не возникало никакого ощущения фальши. Это первое очень важное качество. Второе. Он сыграл прекрасное соло. Причем в этом соло он также построил тактику очень умело и ловко. В первой половине своего соло, как мы тут уже с Алексеем Семеновичем заметили, он играл, так сказать, роль нашего ветерана Николая Громина, который был великолепным мастером мелодических линий. Во второй части соло он работал под другого прекрасного российского джазового гитариста Алексея Кузнецова, который является мастером аккордовой игры на гитаре. Вот он сегодня в своем лице соединил мастерство двух этих гитаристов. Алексей, что вы скажете? Ну, у меня особый случай. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете историю мою, когда я создал «Арсенал» 40 лет назад, то мои музыканты взяли электрогитары, бас-гитары, и тогда это считалось предательством, потому что вообще на электрогитаре это как бы рок уже область. И я оказался в числе рок-музыкантов вместе с Джоном Маклафлином, Махавишну, вместе с Херби Хэнкоком, Стэнли Кларком и так далее. И для меня вопрос гитары очень принципиальный, потому что не модный это инструмент. И тем не менее, вот в джазовой гитаре есть один музыкант, это Пэт Метхани. Он совершил революцию вообще в области гитары. И он придумал такой способ озвучивания своей гитары через два усилителя и создал такой уникальный звук. И мне кажется, что вот современному молодому гитаристу игнорировать Пэт Метхани – это неправильный шаг. Не надо переходить на электрогитару, не надо играть, как тот же там Терри Рибдаль, например, или Джон Маклафлин. Мне здесь не хватало именно современного подхода к джазовой гитаре. Давид Семенович, скажите, насколько важно для финалиста «Большого джаза» быть близким к Пэту Метхани? Ну, после довольно продолжительной лекции об истории гитар,
я бы хотел вернуться к самому Максиму и сказать, что я не люблю Пэт Мэттини. Во-первых. И считаю, что он нанес большой урон традиционному мейнстримскому стилю гитары. Это мое личное мнение. Начнем с этого. И в этом смысле Максим был абсолютно безукоризнен. Стопроцентный мейнстримовский законченный гитарист. Больше того, его соло построено филигранно. Лиризма рассказа особого там о любви не должно было быть бы. В принципе, это не та вещь, это не баллада какая-то лирическая. Поэтому Максим был безупречен абсолютно, а его соло аккордами просто фантастично. Спасибо, Давид. Спасибо, сказал, молодец. Максим, какие у вас ощущения от мнения нашего жюри? Я очень люблю Пэта Мэттини, но мне кажется, что в данной аранжировке он был не совсем бы уместен. Это верно. Вернее, совсем неуместен. Спасибо, спасибо. Максим, спасибо. Отпускаем тебя совсем ненадолго. А как только жюри будет готово огласить итоги, мы пригласим на сцену всех трех финалистов. Пока жюри совещается, я вспомнил вот о чем. Успех баскетбольной команды «Гарлемские путешественники» в Москве был так велик, что их приветствовал лично Никита Сергеевич Хрущев и, даже если верить американской прессе, вручил команде орден Ленина. А если бы я могла вручать ордена, то я бы вручила ордена культурному послу Нового Орлеана и его оркестру, всем музыкантам. Для настоящего джазмена лучшая награда – полный зал и аплодисменты зрителей. Запомните эту фразу, скажите ее через несколько минут трем нашим финалистам. А сейчас под нескончаемые аплодисменты мы попросим Ирвина и его оркестр сыграть для нас пьесу в нью-орлеанском стиле. Thank you.
Эту пьесу, которую ты только что исполнил, сочинил ты. Это так? Yes, it was. Да, это так. Кому она посвящается? Я посвятил ее моему отцу, который погиб во время урагана Катрина, и всем жертвам этой чудовищной трагедии. Я еще раз хотела бы поблагодарить всех музыкантов Нью-Орлеанского оркестра и лично тебя, Ирвин. Ты великолепен. Благодаря вам большой джаз был буквально пропитан духом Нью-Орлеана. А я хочу поблагодарить вас, Алла, за словесный джем и особенно за упорство, с каким вы разучили мою фамилию. Да, мне это было непросто. И фамилию я, по-моему, произношу правильно. Эллен Крик. Алла, я не часто слышу вообще, чтобы мою фамилию произносили настолько правильно. Но, Алла, не за горами следующий сезон «Большого джаза», и у меня есть для вас маленькое домашнее задание. Я пятерочница, я выполню. Попробуйте разучить скороговорку. Эллен Крик с Мейфилдом Армстронга Джеймс Эшнелли, а Голощекин на флюгельгорне Фицджеральд высинкопировал. Никогда. Я этого даже к 10 сезону «Большого джаза» не разучу. Бесполезно. А вот наши талантливые участники наверняка осилят этот словесный бибоп. Давайте пригласим их на сцену. До того, как вы огласите общее решение, хотелось бы узнать мнение каждого из наших судей о проекте «Большой джаз» и о финале. Ольга, конечно, мы начнем с вас. Ну, совершенно замечательный проект. Я очень счастлива, что я была частью этого проекта. Мне было очень приятно, действительно, просто даже послушать и поучиться. Я была действительно восхищена работой, во-первых, профессионализмом наших ведущих, потому что то, что я видела за эти недели работы, это, конечно, надо сказать, просто вызывает восторг и величайшее уважение, потому что это совсем не так просто, как это кажется на экране. Я вас поздравляю, действительно, большое вам спасибо. Спасибо. Вот. И я также очень рада, что действительно у нас теперь к этому проекту, к джазу, я надеюсь, что будет привлечено больше внимания. Люди не будут бояться просто учиться этому и слушать джаз, и быть частью этого. Это совсем не так страшно, как опера, на самом деле. И если я этого не боюсь, так вообще не нужно этого бояться. Я поздравляю всех вас и желаю вам больших-больших успехов. Спасибо. Спасибо. Алексей, пожалуйста, что скажете вы? Мне кажется, что этот проект очень нужен в наше время в России для того, чтобы привлечь внимание российского телезрителя и вообще российского общества к понятию джаз. Впервые в таком масштабе в России говорят о джазе. Спасибо. Николай Яковлевич. Присутствуя все эти дни и участвуя в работе жюри, и наблюдая этих великолепных артистов, и наблюдая вообще все, как это сделано и поставлено, я вспоминаю события примерно 30-летней давности, когда вдруг ни с того ни с сего наш ансамбль «Аллегро» был приглашен на первую программу телевидения с полноправным полуторачасовым концертом. Для меня это был как взрыв бомбы, потому что ничего подобного ожидать было нельзя. Дать джазовому ансамблю прайм-тайм на первом, на главной программе телевидения, это было как вообще какой-то революционный какой-то переворот вообще в понятиях, потому что до этого джаз не приветствовался на телевидении и очень скромными порциями подавался на радио. Вот прошло 30 с лишним лет. И что я вижу? Полтора месяца идет программа по телевидению. Участвует великолепный американский оркестр из Нового Орлеана, набор великолепных, прекрасных молодых музыкантов, настоящий конкурс, целые баталии, разговоры, страстное обсуждение жюри, споры, вплоть до конфликтных ситуаций между членами жюри, прекрасные обаятельные ведущие, разговоры, декорации,
Это фантастическое вообще шоу а-ля Лас-Вегас. Все вместе. И вот все это удалось сделать здесь только лишь ради того, чтобы российский зритель, телезритель, вообще российское общество было привлечено к джазу. Джазу как искусству, олицетворяющему свободного человека. Свободного, не раба, а свободного человека. Давид Семенович, без вашей железной воли и ваших афоризмов этот проект просто не состоялся бы. В драматичных моментах конкурса вы брали решение на себя. И сейчас мы все ждем от вас объявления самого главного итога. В этот раз мне не удалось взять решение на себя, потому что с таким жюри в таком потрясающем составе работать очень легко. Удобно сказать. Все-таки сказал. У нас было абсолютное единодушие. Да, может быть, предыдущие разы у нас были некоторые, у нас не было серьезных расхождений, на самом деле, скажу вам. И должен особенно подчеркнуть, скажем, что вот Ольга, человек, в общем, достаточно далекий от джаза. Она хорошо чувствует, знает, понимает классическую музыку. И она вначале очень волновалась. Ну, как я буду об этом говорить? Но у нее было абсолютное попадание, потому что я сижу с ней рядом, и невольно мы все время обмениваемся какими-то впечатлениями, она все время стопроцентно попадает. Это удивительно. О чем это говорит? О том, что разницы между классической музыкой и джазом нет. Есть музыка, есть музыкант. Мы не совещались, просто пришли тут же к полному единогласию, единодушию. Я должен произнести имя победителя, да? Эдрига! Барабанная дробь! А ну есть! Трррр. Внимание! В нашем конкурсе победил Дмитрий Баспар! Для вручения призов мы приглашаем представителя Банка Москвы, нашего генерального партнера. Вице-президент Банка Москвы Дмитрий Брейтенбихер. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады быть спонсорами этого уникального проекта, и поэтому от всей души поздравляем и вручаем наш приз. Это пакет «Платинум» победителю этого конкурса Дмитрию Моспину. Спасибо большое. Кроме этого, мы внимательно следили за проектом. У нас были свои фавориты. И поэтому приз симпатий Банка Москвы мы вручаем Егору Крюковских. Егор, поздравляем от всей души. А я от лица телеканала «Россия Культура» приглашаю третьего финалиста принять участие в новогоднем шоу телеканала. Максима Шибина. Спасибо. Но это не все. Мы долго держали интригу, но... Настало время вручить главный приз. Главный приз вручает руководитель Нью-Орлеанского джазового оркестра, обладатель премий Билборд и Грэмми, наш гость, наш друг, маэстро Ирвин Мэйфилд. Для начала я хотел бы дать слово музыкантам нашего бэнда. Им есть что сказать. Передаю микрофон Эвану Кристоферу, нашему кларнетисту. Спасибо большое. Это было истинным удовольствием играть с такими замечательными музыкантами, подружиться с ними и, как сказал Ирвин, стать одной семьей.
Их прекрасная игра, их упорная работа — самое яркое впечатление нашего путешествия в Москву. Спасибо за прекрасную возможность находиться рядом с такими талантливыми музыкантами. Майкл Уотсон. Прежде всего, хочу поздравить всех конкурсантов и поблагодарить за возможность работать с ними. Играть для вас здесь, в Москве, было настоящим удовольствием. Концепция шоу просто блестящая. Как сказал один из членов нашего многоуважаемого жюри, необходимо нести джаз в массы не только здесь, в России, но и во всем мире. И наш проект замечательно справился с этой задачей. Спасибо. Эшлин, который сегодня в зеленых носках. Все, что я могу сказать, это то, что я отлично провел время здесь, в Москве. Поздравляю, Дмитрий, ты нравился мне больше всех. Я рад, что победил именно ты. Давайте снимем еще 10 сезонов большого джаза. Поехали. И, наконец, Адонис. Я тоже хотел бы поблагодарить всех. Спасибо вам за то, что пригласили нас, Новоорлеанский оркестр, сюда, в Москву. Это была отличная поездка. Я многому научился у конкурсантов, у ведущих. Моя работа в этом проекте помогла мне увидеть новые перспективы в исполнении и распространении джаза по всему миру. Это был прекрасный опыт, и я с нетерпением жду следующей возможности приехать в Москву и выступить, хорошо бы опять в составе новоорлеанского бенда и вместе с участниками этого проекта. Спасибо большое. А теперь поговорим о главном призе. Дмитрий. Ты сядешь в самолет и отправишься в город, где родился джаз, город Новый Орлеан в Америке. Вау! Здорово! Это лучший приз, лучший. Тебе предстоит сделать три вещи. Первое. Ты познакомишься с подлинной культурой Нового Орлеана. Ты будешь жить в великолепном доме на главной улице города, в самом сердце Нового Орлеана. Ты познакомишься с тем, что делает Новый Орлеан Новым Орлеаном, с его музыкой, кухней и прекрасной архитектурой. Второе — это то, чему ты сможешь там научиться. Ты встретишься с самыми знаменитыми музыкантами Нового Орлеана, которые вдохновляли и вдохновляют наш оркестр. Тебе представится возможность поучиться у них, а также погрузиться в более чем 200-летний музыкальный опыт Нового Орлеана. А третье и последнее — ты прославишься в городе Новый Орлеан, окажешься в числе серьезных джазовых музыкантов. У тебя будет возможность дать свой собственный концерт в моем джазовом клубе. О, боже мой. Вот подарок. Мы соберем для тебя отличный бэм. Ты увидишь там всех твоих друзей из нашего оркестра. Мы устроим вечеринку в твою честь. Уверен? Да. В заключение я хотел бы поблагодарить наше жюри, которое было столь объективным и честным, решая судьбы наших участников. Я хотел бы поблагодарить Вадима и Аллу, которые в течение всех этих недель прекрасно справлялись со своей задачей. Были лицом и голосом джаза. Вы прекрасны оба. Вы оба, мы любим вас. Я хотел бы поблагодарить всех конкурсантов, которые так упорно трудились. Я слышал столько прекрасных историй о том, как они ради участия в проекте «Большой джаз» приехали из самых разных городов России. И огромное спасибо телеканалу «Культура» за великолепное художественное оформление нашего шоу. Я в жизни своей не видел таких красивых декораций. Это потрясающе, потрясающая красота. И спасибо моей семье, Новоорлеанскому джазовому оркестру.
Мы решили переехать в Москву, а в Новый Орлеан будем ездить на выходные. Решено, переезжаем. Остаемся тут навсегда. Мы будем лучшим в мире джазовым оркестром, Новый Орлеаном, московским джазовым бендом. И благодарю наших зрителей. Мы любим вас, вы прекрасны, вы великолепны, вы талантливы. Вы лучшие зрители, каких мы только видели в своей жизни. Вы потрясающие. И всех вас мы увидим по телевизору. Вы прекрасны. Восхитительно. Мы любим вас. Спасибо. Пожалуйста, главный приз от телеканала «Культура». Сертификат на поездку в Америку Дмитрию Мошкину. Поздравляю. Мы тебя поздравляем, Дима. Дмитрий, вот когда сейчас Ирвин перечислял те прелести, которые вас ждут в Нью-Орлеане, коленочки так немножечко подкашивались или нет? Ну, после того, как я узнал, что буду находиться в прекрасном доме, нет, наоборот, как-то расслабился даже. А крылышки не выросли? Есть немножко, да. Самое потрясающее – это опыт, это такая вот прекрасная возможность еще поучиться, приобрести опыт джазовой игры у истинных обладателей этого стиля, у Новоорлеанского оркестра под управлением Ирвина. Спасибо большое. Мы еще раз благодарим Дмитрия и финалистов, благодарим участников и членов жюри, всех, благодаря кому большой джаз завоевал зрительские симпатии. Мы прощаемся с вами до следующего большого джаза. До встречи на канале «Культура». Слушайте джаз. Пусть в вашей жизни будет больше джаза. Легкого, свободного, очень дружелюбного. А на прощание маэстро Ирвин Мейфилд и Нью-Орлеанский джазовый оркестр еще раз сыграют для нас. Солист, победитель конкурса MCG, Talent Show Илья Васильев и все участники проекта «Большой джаз». Ирвин Берлин, Let's Face the Music and Dance. Any trouble I had, but while this moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bill, and while we still have that chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the room, I'm in a different tune and lay. There may be teardrops you shed, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Ladies and gentlemen, the legendary New Orleans Jazz Orchestra, conducted by the one and only Grammy nominee, Ervin Mayfield.
moonlight, music and love and romance. Let's face the music and dance. Let's face the music and смолкнут звуки оркестра, разлетятся блестки и погаснут софиты, не позволяйте грусти захватить ваше сердце. И в наступившей тишине вы снова услышите звуки джаза. Is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life
is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.